Доброе утро. Доброе утро, девочки. Доброе утро, мальчики. Уйди с моего канала. Уйди. Мы поехали гулять. Мы поехали плясать. Да, Игорь? 40, а он гуляет. Ну, мы же по помещениям, по всяким, по кондиционированным. Зона для девушек. Куда пошел? Да, конечно. Здесь хочу. Что, не хочешь? Зона для девушек и детей. Туда переступать нельзя. Но у меня новые люди. Они могут смотреть. Немного новых людей. После того, как много старых отписалось, не выдержали моего сотрудничества с Дарси и Стейси. Почти 200 человек отписалось. Но мы же не огорчаемся. Мы вообще не переживаем. Главное, чтобы все были счастливы. Главное, чтобы никто не мучился на моем канале. Чтобы... Кому не нравится, уходили, кому нравится, приходили. Я рад всем. И понимаю боль каждого, кто так, едем очень далеко. Игорь никогда не был в этом районе, я был 2 раза. Вот. Игорь скоро уезжать, а он даже Дубай весь не видел. Представляете, стыд позор. А что у тебя качество лучше, чем у меня? Сейчас, а потому что у меня фильм, качество для фильма, у меня максимально крутое качество, я увидел. А, ты вот здесь вот делаешь это? В настройках внутри. Что-то мне ничего не сказал. Там так сильно висит память. Там мой хомяк вообще непринятно. Все для себя, все для себя, все под себя. Видишь, какое качество крутое? А что ты у меня? Это настройки, давай сейчас настроим тебя. Давай, сейчас настроим. Это, в общем... Сейчас Вика прилетит, и мы будем ездить в Абу-Дай, поедем все вместе. Че, не поедешь с нами? Мы не едем. Вот, в Абу-Дай поедем, везде погуляем. Я думаю, может быть, даже надо будет отельчик снять в этот, как этот, вот туда, на океан. Как называется? Да, далеко. Ну, на один денечек надо. У меня тоже отпуск. Я тоже буду ездить, блядь. И у тебя отпуск. А давай Вика машину снимет. Вика снимет, а у них прав нет, я тоже русский. Как всегда. А ты теперь? Нет, да, у меня нету с собой этого самого. Ну, вернее, я же должен. Кстати, про права, про мои водительские права. Это мой, просто. Мой дебил-адвокат, этот юрист, кто он там, блядь, вообще, кто, не понимаю, кто он, мне кажется, он вообще никто. Потому что я ему написал, говорю, что с моими правами? А я говорю, потому что, говорю, если я буду возвращаться, там, не знаю, в этом году, я говорю, у меня не будет прав, потому что мне нужно будет их сдать, и с дня сдачи прав моих водительских в суд, или там куда это отдают, я говорю, начинается отчет год, меня решили на год, я говорю, мне не нужно, а он пытается же отстоять мои права, а время идет, то есть я права не сдаю, он ничего не решает, он говорит, они там подали, мы подали на эпиляцию, они там что-то... Эпиляцию? На апелляция. Ну, может быть, сегодня не так сказал. Короче, смысл вы поняли. Подъебнул, блядь. Сейчас, блядь, напишут же, блядь. Он тупой, это шумный, что у вас там, что вас может связывать, 17 лет дружбы, зачем вы дружите. Ну, короче, ребят, смысл такой, что я лечу в Москву, а он из-за того, что у него нет прав, остается здесь. Но это не единственная причина. Я просто хочу жить в красивой стране. Девочки, гнобите его. Гнобите. Опять сейчас будет здорово. Так тебе надо. Это пока. А, ну что с правами? Ну, в общем, в итоге решает он. Все типа решает, блядь. В итоге я передал права свои водительские Игоре сестре. Она передаст? Вообще никто не звонил. Пожалуйста, узнай сейчас, напиши. Напиши своим, пожалуйста. Когда они свяжутся? Ну, просто... За такие деньги они нихера не работают. Юристы, адвокаты, блядь. Пойдем присядем, нам далеко-далеко. Садись. The final destination of this train is Center Point. The next station is Al-Hail. Просто чтобы вы понимали коротко о погоде.
километра назад я говорил, что жить можно. Пиздец. Сейчас, блин, не ругайся, сейчас нельзя. Что, полтос почти? Тебе? И тебе, и погоде. Что я с вами делаю, пенсионерами, блядь? Вдвоем 100. Бог вообще вся мокрая. С меня прям с лица течет. Ну что, в поисках ресторана мы прошли две станции метро. С Евгением. Пиздец. Удачно миновал в то место самое. Но Евгений не сознается, что он вообще не понимает. Все окей. Ты в машине с кондиционером. Конечно. С водичкой. Ладно, слился в трусы, но ничего. Смотрите, какая красота. Это просто произведение искусства Бурдж-Халифа в рамке. Очень красиво. Итак, мы с Игорем Евгеньевичем зашли в арабский ресторанчик. Ну, такой. То есть это реально ресторанчик, он большой, там второй этаж есть. То подумайте, что мы по забегаловке. Ну нет, там люди сидят. Но там есть открытые. Есть, есть. Там люди сидят, где-то не сидят. Хочу вот такой супчик с зеленушечкой. Это не, заедает, это не подорожник? А, блин. Ешь. Тебе можно. Тебе все равно не с кем целоваться. Так, супчик мы съели. Вкусненько. Теперь я заказал с говядиной. Говядина? Баранина. С бараниной, типа какие-то самсы. Игорь заказал себе картошку. Сейчас будут еще основные блюда. Я заказал себе что-то там, не помню что. Ну, короче. Игорю кетчуп принесли. Самбоса, она как это? Чебурек. Давайте я покажу вам, как это вкусно. Нет, ты покажи нам, не ты как ты жрешь. Больше. Это как будто бы элитный чебурек. Это элитный чебурек? Угу. Камера не перевернулась. Повторим. Второе блюдо подоспело. Картошечка. И... самбоса. Самбоса. Очень вкусно. Самбоса. Самбоса типа как наши чебуреки. Баранин, кстати, очень. Жизнь и бук принесли. Я хочу, чтобы баранин заказал. Он не знает, будет ли он баранин, но заказал. Несколько штук. И я заказал лепешечку. Она очень вкусная. Она просто потрясающая. Ну, суть ее не съешь, но она просто потрясающая. Она горячая. Она с печи только. Она просто, она не знает, что мы сделаем. Я второй раз ее пробую. Она просто... Может, стоило взять эту самую? Пусть не сказать, что это вкусно, вообще ничего не стоит. Надо в Инстаграм фоточку. Девочки, мальчики, еще раз здрасте, здрасте. Все тот же день. Приехали с Игорем домой. Игорь остался дома. Я, конечно же, на тренировку. Время 6 часов. Нужно на тренировку. Зашел, купил свой любимый C4. For Energy. Поэтому... Сейчас будет тренироваться. Вообще мне надо уже пить ее, потому что ее пьют за 20-30 минут до тренировки, а мне идти 5 минут. Я уступлю целую. Мои любимые билдинги. До встречи.
к нам. Нам хочет показать мне две квартиры в этом билдинге на аренду. Сейчас посмотрим, что они себя представляют. Говорит, прикольные. Дешевле, чем наша с Игорем. Мы с Игорем снимали плюс 90, плюс 95, я уже не помню, честно говоря. А это 60, по-моему. Ну, вот две квартиры. Сейчас посмотрим. Вот она берет ключи у охраны. Уже позвонил риэлтору. И нам тоже риэлтор. Так выглядит пол. Let's go. Лифты. Нам разбудил, нам спал. Hello, assalamu alaikum, okay, bro? You will be free after 20 minutes. My friend found from Russia to see you maybe kill cat and call me cat. He will give you same. Хорошо, Айнам. Нам уговаривают меня пойти к парикмахеру покраситься и сделать короткую стрижку. Not, это, please. Ну чё? Так выглядит коридор. Smell. Yes, Айнам? Ну, посмотрим сейчас, как это выглядит. Я, честно говоря, боюсь. Очень боюсь. О! Она пустая. Not light? Так. Guys, look. Так, слушайте, ну, в принципе... О, здесь еще... Нихера, как она большая. Айнам, light mobile. Give me, please. Right. Yes. Okay. Слушай, прикольно. Nice. Пахнет свежей краской. Все покрашено. Так. О, ну, nice. And I'm, door lost. Yeah. Okay. Why not? Okay. Так. And I'm open, please. Okay, here. Okay. Oh my gosh. Good? Not good. Not for wash. Yeah. For wash. Washing machine. Yes. Washing machine for this. Yes. Then put washing machine. Not only. Oh my god. Freeze not. Then should buy it. Oh my god. If I buy it. And I'm open. This is not working. Balcony. This is not balcony. This is open space. Come here. Not working. Yeah. Open, please. Понятно. Okay. Yes, okay. No problem. Блядь, ну тут заебемся закупать тут все, блин. Здесь тоже душ, гостевой туалет. Size very nice. Size apartment very nice. But here not. And I'm. Oh, very nice balcony. Yes, very big. And I'm how much? Have more? I ask you, one apartment. You yes. No,
I want to say like okay. All after the 10 days. Окей. Блять, ну тут нихуя нет. Тут просто. Извините за мат. Окей, let's go. Так, сейчас еще одну. Посмотрим квартиру. Вау! Very nice. Это что, я не могу понять? What is it? А, там лестница. Очень странно. Так. Подожди, фонарь. О май гаш, даже нихуя нет. Same, nothing. Okay, let's go. Так, one. Okay, same. Here, okay. Шкаф. Here not good. How much here? Сейчас, стоп. В этой квартире еще нет балкона. В той-то есть, а в этой нет. Сейчас нам узнает, сколько это стоит квартира. Но мне это не нравится, квартира. Первая прям прикольная. Все, я еду домой. Честно говоря, вообще не понимаю, что делать. Какую квартиру снимать, в каком районе снимать. И... с мебелью, без мебели, вообще ничего не понимаю, честно говоря. Сейчас буду разговаривать с Игорем. Не знаю, короче. Игорь вроде как бы тоже говорит, что говорит, я бы добавлю под тебе, потому что буду возвращаться. Но это не факт. Как бы я не рассчитываю ни на деньги, я просто не понимаю, что делать. Одно дело снять квартиру за 60, за 70, а другое дело ее обставить. Для меня это вообще шок. Обставить квартиру. Я просто, блин, это еще, наверное, 1020 дирхам, ну, 1400 рублей. Это только времени надо потратить на обставку, на обставление. С другой стороны, если я ее сниму где-нибудь в сентябре, у меня до 14 августа есть время, я ее сниму в сентябре и за месяц я успею ее обставить. Тоже, кстати, как вариант. Обжить, обставить и потом переехать 14 октября. Кстати, как вариант. Да. Все, я домой отдыхать. Завтра рабочий день. Я вас люблю, целую. Не забывайте ставить лайки, кому не жалко. Кому жалко, не ставьте. Ставьте дизы. Я рад любой реакции. Любая реакция полезна. Люблю, целую, пока.